Ребят, всем привет! Сейчас буду тренировать предплечье, но для начала на турнике хочу поподтягиваться. С доп. Весом. Вот, подготовил 2 5-литровые бутылочки по 5 килограмм. И вот такой рюкзак у меня есть. Ребята оставили, которые до меня здесь жили, говорят, можешь пользоваться. В нем лежат банки разные с песком, и потом я залил туда воды и замотал скотчем. Разные банки всякие от еды оставались. Этот портфель где-то 8 килограмм весит, может 8,5. И вот 2 бутылки по 5 килограмм, почти 20 килограмм. Все, размялся, хорошо вроде разогрелся, но здесь жарко, я уже, вот видите, уже пот, уже мокрый, так что чувствую, что все хорошо разогрето. Несколько подходов со своим весом, потом с пятерочкой, с 10 килограммами, и потом уже все вместе повешу, 2 бутылки и портфель. Обычный кожаный ремень, которому уже больше 10 лет. Веревка. Завязал ее вот так и сложил в несколько слоев. И карабин заказал на маркетплейсе, который выдерживает там что-то очень много килограмм, так что я думаю, все понятно. Вот так я надеваю на ремень. Застегиваю ремень. Пряжку убираю назад. И здесь уже, видите, даже немного подстерлась и загнулась. Основная цель — посмотреть, сколько я подтянусь раз с 20 килограммами. Ну, не с 20, вот с 18,5. Поэтому со своим весом на максимум подтягиваться не буду. Так, для разогрева, там, по 10 раз, несколько раз. Первые 5 килограмм. Запись пошла. Тоже так, раз на 8, на 10. А то что-то мозоли болят. Хоть здесь и мягкие подушки, все равно. Так что вот, если хотите домашние тренировки разнообразить, я думаю, бутылку-то найти уж пустую, 5-литровую. Карабин какой-нибудь купить, кусок веревки, ну и ремень. Если такого нет, кожаного, можно какой-нибудь строительный купить. Ну что, 10 килограмм. Я с 10 килограммами еще ни разу не подтягивался. Максимум, вот у меня этот портфель был, бутылки я только сегодня решил водой наполнить, они у меня лежали. Стояли. Так, первая пошла. И вторая. Конечно, это не блины. С ними не так удобно. Видите, 10 килограмм, а уже по объему как много.
Так, вначале бутылки. Раз, два. И рюкзак. О, поднагрузила. Ой, смотрите, даже 5 раз не подтянулся. Фу. Ладно, сейчас отдохну. Еще разок попробую. Застегнул ремень поплотнее, а то съехал прям сильно. Попробую еще разочек. Так, и портфель. Ага. Четыре с половиной раза. Блин, турник что-то трещит. Он же такой распорный. Я здесь на болты ничего не вкручивал. Такие чашки специальные есть, которые вначале на саморезы прикручиваешь, а потом турник уже в них вставляется. Я просто резинки вставил, и он держится вот за счет распорной силы. И что-то с дополнительным весом 18,5 килограмм что-то он начал трещать. Отдыхаю, ребят, недолго, по 2-3 минуты, что-то карабин, не, нормально, может, ржавел. Так, что, еще разочек, и потом, наверное, уже с портфелем с одним поподтягиваюсь, несколько подходов, и уже будет предплечье качать. Но это еще, значит, большой рабочий вес для меня. 6 раз не могу подтянуться. Ну что? А, можно даже сразу, наверное, с портфелем еще сделать. Давайте, да, сразу. Такой он легкий, кажется теперь. А теперь отдохну пару минут, посмотрим, сколько смогу с портфелем сделать. Без доп. Веса. Еще один подход и переходим к эспандеру.
Вот такой у меня эспандер. Написано, что от 5 до 60 килограмм. Ну, я не знаю, сколько сейчас было тут. 30, 35, 40. На максимум выкручиваю. Я уже достаточно разогретый. После подтягивания, и вот я сколько там сделал. По 75 и потом по 50 повторений. Погнали, посмотрим, сколько раз сделаю. Не знаю, реально ли это 60, но... Ну вот, 15 раз. Ну, я обычно больше делаю, но я начинаю тренировку с этого. А сегодня я начал с подтягиваний. И так по очереди буду делать. 15 этой, там, той, туда-сюда. Максимум поделал. Мне вообще больше нравится делать, ну, где-то может там килограмм 30. Я так чувствую памп хороший от большого количества повторений, от многоповторки. Так что, наверное, сколько сейчас тут как бы не посчитаешь особо, просто кругляш такой. Ну вот 5 оборотов уберу, посмотрю, сколько смогу сейчас сделать. Да, вот так нормально. Когда ставлю на 60, то 15 раз вот сейчас делаю. Ну, на свежую, может, там больше 30, может, даже больше 30. Но... потом уже не можешь сдавить рукой. И приходится на вторую руку переходить. А здесь как бы тяжело, и я вот чувствую, как прям рука... хорошая, мне вот так нравится больше. Чувствую мышцы. Даже почему-то вот здесь, плечо еще. Можно даже сейчас потом еще поменьше поставить, чтобы прям быстро-быстро так делать, чтобы рука прям горела. Ну как болела, это такая горела, такая боль, не горит она, а такая как бы боль приятная. Ух, я так чувствую, зато вот по сути, весь диапазон. Все предплечье. О, теперь другой рукой давайте.
Почему, скажи на милость, годы вперед, все так сильно изменилось, меня не ждет. Как ракета, годы вперед, за зимой приходит лето. Фу, хорошо. Здесь счетчик есть, это прям удобно. Чтобы не считать, той рукой 85 сделал. Ну и этой нужно тоже где-то сколько там, 76, 77, 78, 79, 83, 83, 84. Еще давай. Фу, отлично. Чувствую руку. Не знаю, как показать даже. Распампило. О, прям вот здесь вот. Давайте еще поменьше. Раз. Два. Три. И погнали прям сразу дальше. Темнеет уже. Время 5 часов 2 минуты. Без 15:06 даже раньше уже будет темно, так что так. Что дальше-то? А, с резиной поработаем. Достаточно уже хорошо так запампились предплечья. Так, как я с резиной работаю? Сейчас покажу. Начнем вот с самой легкой, с черной, из тех, что у меня есть. В общем, беру вот так вот на палец. Мне кажется, я уже в каком-то видео... А, ну я там не рассказывал, просто показывал. Потом вот так вот вокруг руки. Вокруг кисти. И как бы чтобы к пальцам вот сюда вот пришло. Потом наступаю вот сюда ногой. Так, как будет понятнее, вот так вот встану. Здесь стараюсь держать угол 90 градусов. И потом вот я кистью вкручиваю. То есть вот этот угол стараюсь 90 не сюда, не разрывать его, не меньше делать. А вот я его держу и уже вот закручиваю. Вот эта часть предплечья работает. То вот была больше с эспандером внутренняя сторона. Но она, конечно, сейчас напряжена. А вот когда я закручиваю, еще как бы, как объяснить-то? Чтобы не вот здесь шел резина, чтобы не вот здесь был, а чтобы она вот здесь, чтобы как бы вот кисть отдали туда. И потом ее сюда отдали и закручиваем, отдали и закручиваем, отдали и закручиваем. Блин, скользит. Отдали и закручиваем, отдали и закручиваем. О, я прям чувствую вообще даже на этой резине хорошо прям работает. Нужно самое главное чувствовать мышцу, что не бицепс работает, а вот именно что вот предплечье работает. Фух.
И вторую руку также раз. Потом вот ближе вот сюда к пальцам. Также ставлю ногу. Также вот смотрю, чтобы угол был 90 градусов. Ну, примерно. И вот отдаю туда ее и закручиваю. Отдаю и закручиваю. Вроде понятно, да? Видно все. Это такое упражнение из армрестлинга. Там всякие пронации, супинации. А предплечье хорошо помогает. Предплечье — это, по сути, ваш хват. А то бывает, еще силы есть на турнике, подтягиваются, а уже хват, например, не держит. Можно, конечно, с лямками подтягиваться. А можно вот предплечье подкачать, чтобы в тонусе все было. Ох, как хорошо. Именно вот туда ее как бы раз и вытягиваем. Отдали и вытягиваем. Можно, наверное, чтобы немного угол двигался. Я так даже лучше, наверное, чувствую. Конечно, еще бицепс тоже все-таки. Он же держит угол. Работает. Ну и все. Поработаю вот с этой, наверное, уже... Следующую беру, это сколько она? На 35 килограмм вроде. Здесь надписи стерлись уже. И еще зеленый у меня есть. 55 или 50 она. Ну ладно, что-то уже очень сильно потемнело. Вот на балкончик выйду. В общем, также еще сейчас с зеленой резиной поработаю. И потом с фиолетовой напоследок. Может быть, еще даже с черной потом в конце прям, чтобы... Ну, чтобы прям чувствовать вот, вот эти вот огромные предплечья, вот эти базуки. Все мокрые. Так что давайте. Все, на связи. Всем хороших тренировок. С удовольствием. И вообще, как обычно, всем всего хорошего.